парк. Прибережный. Заворачиваем. Ну, по машинам так люди есть. Делали туалет. Молодцы. Не было. Солнышко вышло, до чего же хорошо. Дождь был, все утро лил дождь, в Киеве было пасмурно, сейчас распогодилось. Ухаживают за парком. Лебедь, что ли, подплыл? Удивительно, никогда здесь не было лебедей. Уточки одни были. Так, а здесь у нас, да, лебедь. Один красивый белый лебедь. Что, прикармливают? Красота. Рыбаки тут облюбовали шезлонги. Девчонки. Вот уже тоже распускаются веточки на деревьях. Вот эти уже почечки. Красота. Ой, а здесь, смотрите, сережки уже висят. Красиво. Чисто, чисто. Классная погода. Смотрите, какие-то кусты высадили. И пандочку посадили. Сейчас мы к пандочке подойдем. Когда люди радуются весне, одевают яркую одежду. Такие красивые тоже деревья. Или так подстригли кусты. Привет, пандочка.
Я здесь не была. На горе. Ну, вот мы с вами тоже поднимаемся на эту гору. И будем с вами на возвышенности. Ух ты! Прикольно. Ого! Высоко стою, далеко гляжу. Весь микрорайон, как на ладошке. Детская площадка. Ой, как хорошо. Ну что, привет. Дай лапу, зверь. Что ты держишь кулак? Ты ж добрый. Я не знаю, как с ним сфоткаться. Вот так, наверное. Привет. Приезжают с детками гулять. Ну что, мы? Мишка, пока. Пока, Мишка. Спускаемся. Видите, здесь такая серпантинная дорожка. Разминается. Здесь будет красиво, когда распустятся деревья. Засыпали площадку, чтобы не было грязи. Мягко. А тут травка уже зеленая. Какая красивая травка. Прекрасное место. Ай, красота. Тропинку дальше не продлили, видите, туда мы уже по песку не пойдем. Даже сделали для птичек. Вот это мои любимые деревья. Кучерявые веточки. Тоже уже листики вышли. Смотрите. Красавчики. Так, у нас такой выступ, видите, как на корабле. Сейчас туда прогуляемся. Красиво. Солнышко. Сделали такие ступенечки. Здесь для колясок, для инвалидов. Лебедь отплыл.
когда уже, знаете, реальная такая весна, уже просто это нежное солнышко. Конечно, это все очень радует, несмотря ни на что. Мира нам всем и до новых встреч. Пока-пока. Здесь тоже уже почки распускаются. Какие-то деревья открываются. Да, все открываются. Уже и тополь. Почки открылись. Все, март заканчивается. Вот видите, как вдоль водоема, вдоль Днепровской набережной, такой прекрасный парк.